Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами канал Dragger Now Play, и мы продолжаем играть в Dragon Age Inquisition. Искус. Ой, ёп. Я сейчас все сделаю. На, получи. Так, там еще враги остались. Давай, ходи по одному. Так, один готов. А нет, все готовы. Шелк. Да лезь ты уже. Оп, здесь еще забыли забрать, где трупак. Чё там шляпа, чё было? Доспехи. Шляпа искателя приключений. Или гном, или человек, да? Ой. Хромовничный шлем. Чего он дает максимальное здоровье? Плюс 18%. Плюс 3 защиты. Давай плюс защиту в ближнем бою, пускай будет. Так. А эту оденем на... На магу, что ли? Давайте на магазине. Чтоб люлей не получал. Так, дальше бежим. Нам миссию ждать, да? А мы правильно вообще идем? Оу. Что-то я не помню это место. Мне кажется, не туда пошли. Давайте следуем. О, сундук. Не зря мы. Так. Лук взяли. Вот такая добыча. Какой-то паерок. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, что там. Может, что ценное есть. А вдруг, да? Вдруг повезет. Оп, сундук. Какой-то другой сундук, интересно. Огненный посох послушника. Мешок. А, вот теперь помню это место. Так, он же был в таверне, да, там на втором этаже? Да. Нам надо сдать ему задание. Так, не, не сюда. Он вроде здесь был. Ой, куда я пробежал? Я прошел и прошел. Вот же вход. Прям между вас как будто нельзя пройти. Так, осторожней. Где ты? Леди Венела should be here. We need to be together when the Maker comes. I found a woman's body down the hill with a letter on it. This letter. Venela was dead. But we were meant to be together. The Maker would not keep us apart. What am I supposed to do now?
Сейчас вступайте в Инквизицию. О, мы... Теперь у нас новый человек. Завербован агент. Нифига. Так, мы прошли, да? Теперь у нас новый агент. Нормально. А чё мы бегаем? Мы же можем портироваться просто. Так, вот здесь у нас два задания. Сейчас сюда телепортируемся. Как раз установим аптечки опять же. Так, вот мы прибыли. И нам надо вот сюда. Тогда теперь я другим побегу. Магом полазю. Так, а что там за свечение такое? Сундучок. Какие-то припасы вон. Доспех разведчика нашел. Так, что за доспех, ну-ка. Так, оружие. Капризный лук 62. Так. Доспех, подожди-ка. Оружие вроде бы посох был какой-то новый. Не, ну они слабый новый, но он слабее. Так. Что за доспех там был? Доспех разведчика. Ну, моя броня 68 только. А этот 80 и плюс 3 защита от дальнобойных атак. Ну, вот так он выглядит. Конечно, драконий покруче. То есть средний драконий я поставлю уже на свой. А этот доспех додам Варик. Вот это. На Варик же он оденется. Просто вот этот драконий он на Варика не оденется. Он только для Илана. Для этого героя только. Давай, Варик. Я говорю, Варик. То Варик там вообще, ой, у него вообще 52 только. Доспех разведчика, как выглядит будет. Но он не сильно меняется. Так, ладно. Оденем. Главные характеристики. А, нельзя, да? Ну ладно. Я спасла Риц, чё? Appreciate you finding her, and I'll see to it that this never happens again. Так, миссия завершена.
О, там сундучок, не надо забрать. Так что, ребят, ничего личного. А все, что-то как-то на секунду зависло. О, сундук какой-то необычный, который нихуя не открывается, блядь. Как его открыть? Барашку завалили. Так, ладно, мы выполнили. Так, давай. Барашки, подождите. Оп, сундук. Я не помню, здесь сундук был. Доспех заступника, тяжелый, ну-ка. Да, подождите своей картой. Доспех заступник, только воин. Ну-ка. Где Кассандра? О, мощнее намного. Куртка заступника такая, да? Доспех. Бля, сильный не отличается. Ладно. Так, и на эту, может, лук помощнее выпал. Так, у меня сколько это урон лука? 62, да? Не, мощнее нету. Опа. Так, пока не будем, давайте. Это кольцо вашего мужа. Так, а вы кто такие? Что вы здесь делаете? Searching the region for resources. Commander's orders. No small task given recent troubles, but I've some supplies here you may find useful. А, они нам принесли запасы, нифига, красавчики. Чё так мало тут? Ой, что он дает? Плюс 2% вызвать раскол, получив удар. Это на кого-то надо делать-то? Что за раскол? Что-то я не пойму. Давай на нее один, я не знаю, что за раскол. Фиг с ним. Так, ну в принципе мы же тут облазили, можно. Тут все пусто, можно сюда портироваться. Тут осколки. 4 штуки соберем. Раз, два, три. 4, ой. Много как. Давайте вот так пройдемся. Роп-роп-роп. Потом сюда. Здесь так соберем. Тут тоже надо задание сдать. Потом новое задание какое-то. А, тут еще разрыв закроем как раз. Давайте сюда нырнем. Как раз шмотки освободим там. Шмотки там накопились.
Так. Все, мы абортировались. Блять, так еще у них не нашли, да? Сменить отряд. А, нет никого. Выбрать зелье. Таи. Так, а вот здесь надо. Бля, а где тоникс-то добыть? Я не пойму ни хера. Так, здесь осколок где-то я вижу. Так. I cannot say what it is, but there must be a reason the skull illuminated the object. Исследуйте осколки на столе ставки командования. Давайте. Что он нам даст? А, вот так даже, да? А здесь два осколка, он каких-то можно будет подобрать. Я не знаю, я отсюда смогу залезть, нет, да? Хрен его знает. А, вон можно тут залезть, да. Сейчас залезем. Сейчас поднимемся наверх. Заберем эти осколки. Так, а где же было подниматься? Делим дальше. Опять железо. Не оникс нужно, или как там аметист, как он там назывался, что-то не помню уже. Так, какой-то домик, я не помню, чтобы здесь я был или не был здесь. А, был, я здесь же эти отдавал какого. Кольцо дал тетке. Так. Помогаем, помогаем. Ты ни хера никак не сдохнешь. Ты уже там сразу тремя стрелами стреляешь. Он там тоже, блядь. Заморозь его. Мочим, мочим. Все, да? Так, мы сначала, походу, случайно завалили барашка. Так, чем здесь есть ценный вытяг? Улучшенное кольцо жертвоприношения, нифига. Так, что он дает? Способность действия на 30% дольше, только маг. О, теперь у мага кольцо есть на 30% дольше, теперь будет действовать. Заморозка, например, такие. Всякие бафы там. Так далее. Так. А чё, больше ничего нету, не выпал? Баранья кожа. Так, корешки. Так, мы вообще правильно идем, нет? Да нет, не это, карта давай, карта. Блять, да карта давай. А вот мы рядом где-то.
А чё, мы прошли, что ли? Бля. Ну давайте сначала около замка, наверное, подберем, а то потом мы туда не сможем подняться, скорее всего. Хотя хера себе не можем, вон лестница есть. Калихатский плацдарм. Ну, прям там на лестнице. Вот. Все, забрали мы. О, и на сундучок наткнулись. Так, случайно. Ручной молот, топор с двумя оборотками. Оп, еще что-то. Тотем, укрепленный кинжал. Стоп. Железо. Так, еще железо. Да нафига я не хотел брать, я хотел подняться. Так, вот она, да? Что за кристалл такой? Еще один взяли. Так, вот теперь сюда надо нам чесать. Всё, идем. Давай теперь вариком чуть побегаем. Фига у него бьянка, он какая здоровая махина. Так, сейчас подадим квесты. Давай в магазинчик зайдем. Сейчас посмотрим, что у нас тут вообще есть. Может, что помощнее есть. Оружие. Ручной молот. Но это надо сравнивать с те Кассандра. Вот она, Кассандра. У меня 80, да? Мощнее 80 нету. Ну, здесь есть 103, но без щита будут обе. Меня это не устраивает. Так, кинжал, утяжеленный кинжал 126. Армейский кортик 108. Угу. Крепленный кинжал. Чё там, что-нибудь новое появилось, нет? Нет, у тебя, походу, то же самое всё, да? Клеймор продать, капризный лук продать, капризный лук продать. Продать. Все продаем. Продаем. Это оставляем. Ручной молот. Продаем. Тесак. Давайте так продаем. Это продаем, это оставляем.
Продаем. Продаем. Продать. Куртка авангарда. 101. Куртка разведчика. Куртка ученика. Так, ну эти ценности все продаем. Все продали, впарили. Давай отдадим. Silas bless you. Or the maker. Or whoever. It doesn't matter. Just thank you. I'll give it to her right away. If ever I can help the Inquisition, you have my word. Так, миссия завершена. Так, вроде бы еще тут. Муки голода. Сейчас муки голода дадим. Где этот муки голода? Отдать баранину. Но так мы все влияние заработаем, сейчас не помогать будем, все за нас перейдут. Так, еще амулет надо дать. I have heard stories about you, Herald of Andraste. I am Enchanter Elendra. I hope you find a way to end this foolish war. I believe this is your phylactery. I found it on the body of a dead Templar named Matrim. Ah, I suspected he died when he did not join me or send word. Maker, curse the fools who started this war, and the fools who now fight it. Thank you. Matrin was important to me. Here, for your trouble. The Inquisition could use the skills of a powerful mage. If I wished to kill others, I would have joined the rebels. How is the Inquisition any better? Понятно. Farewell. Thank you again. It is better to know. Так, на это, наверное, свое видео закончу. Продолжим в следующей серии. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока.